Добрый вечер, дорогие друзья, гости нашего канала и подписчики. Мы рады приветствовать вас сегодня с нашим новым видеосериалом после долгого перерыва, который посвящен путешествию под названием «Из дальних странствий возвратясь». Мы предлагаем вашему вниманию уникальные фотографии, посвященные красоте, силе и энергетике Байкала, жемчужному ожерелью Подмосковья и другим интереснейшим, замечательным достопримечательностям и культурным ценностям нашей страны. Сегодня мы начинаем видеосериал коротким видео по дороге, снятым по дороге из Улан-Удэ в Иркутск, и здесь вы увидите красоты Байкала воочию. Эта живописная дорога из Улан-Удэ в Иркутск была снята из окна поезда. И назвали мы этот сюжет «До свидания, Байкал». Вам может показаться странным, почему мы начинаем видеосериал с этих кадров прощания, но по техническим причинам, вы слышите мой голос, я сегодня не смогу рассказать вам обо всех красотах Байкала, а мы продолжим разговор об этом в нашей следующей встрече. Я расскажу вам также о посещении дацанов в Улан-Удэ и Волгинского дацана, и дацана на Лысой горе, которые вы вряд ли увидите еще где-нибудь, хотя нетленное тело, которое мы увидели в Волгинском дацане, присутствует в дацане в Санкт-Петербурге в виде скульптуры, сделанной из металла. Вот вы увидели сейчас красоту Байкала, немного вдохнули этого необыкновенно холодного, свежего и прекрасного воздуха, и теперь мы с вами продолжим нашу встречу при первой же возможности. Всего доброго!